На Дніпропетровщині виявили спалах африканської чуми серед свиней. Стурбовані очільники регіону кажуть, останній такий випадок фіксували в серпні 2018 року. Більш детально про це поговоримо із нашим гостем, заступником голови облдержадміністрації Олегом Кужманом. Олеже Миколаївичу, я вас вітаю. Отже, неприємний сюрприз на початку 2019-го для сільгоспвиробників Дніпропетровщини. Де і що саме сталося? Татамаковский район, село Топила. Женщина, которая держит у себя во дворе 10 свиней, свиноматок и свиней, обратилась в Держведслужбу, потому что буквально за ночь было падеж скота, 7 свинок умерло, и там же болезнь протекает специфически, то есть поднимается температура, меняется цвет кожи, и она умирает. То есть внутри идет фактическое сжигание внутренних органов, то есть очень быстро. Поэтому человек обратился, и буквально в этот же период времени, 12 числа, уже взяли лабораторные испытания и высеяли вирус африканской чумы. 13 числа уже была проведена районная комиссия, и 14 числа мы провели областную комиссию. То есть вы правильно сказали, что совершенно у нас в этом году уже случился такой случай, в 18 году случился случай на закрытом пенитенциарном учреждении, там есть подсобное хозяйство, и были случаи тоже в 18 году в заповеднике. Поэтому в заповеднике это дикий кабан, а уже, так сказать, в пенитенциарном закладе это непосредственно то, что выращивается сегодня для питания, свинья для питания. Поэтому вот такой случай, к сожалению, в Тамаковском районе. Ну, если говорить в масштабах региона, это ЧП, которое очень достаточно быстро может распространиться. Первые действия всех тех, кто заинтересован в локации, в первую очередь, и в уничтожении вот этого вируса. Ну, вы видите, мы очень быстро отреагировали, потому что мы, к сожалению, уже на плохих случаях натренировались. Мы быстро провели комиссию противоэпизодичную, потому что нужно было выставлять блокпосты или санитарные посты. Нужно было быстро эту свинью, которая заболела, потому что там заболело не только 7, а предварительно уже 188 голов, нужно уничтожить, просто сжечь напалмом в отведенных местах. И комиссия приняла решение, потому что, ну, честно, есть инструктивные материалы, которые говорят, что мы должны установить две зоны. Зону защиты на уровне 60 километров, 6-10 километров, и зону наблюдения тоже за 10 километров. Если бы мы сделали зону в таком виде, нам нужно было бы сегодня сжечь 25 тысяч поголовья, которые имеют еще там и хозяйство. И люди имеют еще 1500 поголовья. Мне, честно, стало жалко людей. И я понимаю, что это для них жизнь, для них источник дохода. Это для них они выращивают, вкладывают деньги и останутся без средств существования. Поэтому мы минимизировали эту зону на уровне 2 километров и сделали наблюдение на уровне 10 километров. Поэтому задача выполнена. Главное, чтобы это сейчас все-таки не перешло в другие регионы. Но я думаю, что посты справляются, там ветеринары постоянно дежурят. Провел я комиссию. Я думаю, что сейчас сельские советы обойдут людей, сейчас ветеринары обойдут людей. Потому что, ну, к сожалению, люди не владеют еще информацией. Потому что вот этот скот, который погиб, свинья, она не проходила, не была зарегистрирована. И, то есть неучтенка. Неучтенная, да. Поэтому мы не понимаем, откуда она взялась, откуда была завезена. Люди же, знаете, не знают, завозят, покупают где-то, а потом, может быть, и завезли, так сказать, непосредственно с какого-то региона, где был уже этот вирус. Поэтому я всех просто, ну, даже не только прошу, наверное, даже сильно прошу, потому что это в первую очередь спокойствие для самого человека, потому что он вкладывает большие деньги. Он продает и живет за эти деньги. Поэтому лучше обратиться к ветеринарному врачу, лучше зарегистрировать этот скот, чтобы ветеринар знал, где находится какая там голова или поголовье, и потом можно было быстро локализовать какую-либо проблему. Очень важный момент, на который мало кто обращает внимание. Вот вы сказали 2 километра и 10 километров, это достаточно компромиссное расстояние. Радиус, да.
Но, насколько я понимаю, карантин он устанавливается на определенное время. И самое важное, что не только продукты, мясо, а все остальное нельзя вывозить. Совершенно вы правы. Вот давайте об этом проговорим, потому что это важно. Во-первых, когда сжигается свинья, сжигается и разбирается, даже должно быть разобрано то помещение, где она находилась, потому что там держать уже в следующий раз ничего невозможно. То есть, это малоценный материал, тоже должен быть уничтожен. Это во-первых. Во-вторых, это же цепочка. Африканская чума, и, естественно, с этого региона теперь на протяжении 40 дней будет наблюдаться. Это карантинная зона. Нельзя продавать никакую продукцию животноводческую и растениеводческую. И если вдруг еще возникнет такая ситуация, то, к сожалению, будут закрыты и экспортные варианты, потому что там же живут аграрии, они же выращивают не только свиней, а выращивают сегодня кукурузу, зерно любое. И на данный момент вывоз продукции, пока существует карантинная зона, запрещен, потому что это все продукция аграрного хозяйства. Поэтому мы можем, к сожалению, такие, знаете, в Европе тоже возникали такие моменты, и это очень болезненно с точки зрения экономической. И с точки зрения, безусловно, людей, потому что они выращивают продукцию и теряют большие, несут большие убытки. Поэтому 40 дней сейчас никаких, так сказать, вывозов продукции. Дальше мы будем наблюдать. И, конечно, дай бог, чтобы не возникло в другом регионе Днепропетровской области. Очень важный момент. На что необходимо обращать людям внимание, те, которые держат свиней? То есть, вот первые колокольчики. Первые колокольчики, если меняется, если видят, что заторможенная реакция, сразу, когда подходишь там к свине, сразу видно, я наблюдал такую картину, то есть очень, даже температура очень поднимается там до 40 градусов, меняется цвет, и она ложится и уже практически не встает. Поэтому, если люди видят такую реакцию, они сразу же должны побежать, ну, как минимум, в сельский совет, чтобы сельский совет уже дал заявку. Не просто позвонил ветеринару, потому что это делается очень быстро. Чем больше затяжки времени, тем больше это может распространиться на весь регион. Поэтому тут время не в днях, тут время даже в часах и в минутах, потому что все это очень достаточно сложно. Вирус, вакцины не существует, и поэтому никто не знает, откуда это берется. Заносит дикий кабан. Поэтому, вот, к сожалению, я тоже достаточно жестко провел, но у нас единственная область, которая нет санитарного отстрела кабана, потому что почему-то наше управление лесного хозяйства не оформило такую заявку в Министерстве экологии. И, видимо, может быть, и там в селе Топила есть возможность, потому что там кукурузные поля, там охотугодие, и там может заходить дикий кабан. Может, зашел дикий кабан, где-то, так сказать, был контакт какой-то. С кукурузой, через кукурузу, естественно, во двор человека, и это все уже произошло. Поэтому будут строго наказаны люди, которые, к сожалению, этот момент упустили. Но это никак не, к сожалению, не компенсирует то, что сегодня люди потеряли. Поэтому очень внимательно нужно относиться, и сразу же должны люди реагировать, сообщать в ветеринарную службу и в сельские советы. Насколько вредно, опасно то, что вот человек находится рядом с заразившимся животным? Вы знаете, я слышал несколько выступлений, так сказать, научных, европейских экспертов. Поэтому все, что называется и слово «чума», и влияет это или не влияет на человека, предварительно то, что мы имеем информацию, на человека не влияет. Ну, ни на какие, так сказать, я думаю, что не было еще случаев каких-то смертных или плохого самочувствия. Но пока не существует вакцины, пока существует чума, так называемая, пусть это животных, то, наверное, нужно быть осторожными человеком. Потому что мы еще не изучили. Мировой опыт сегодня не показывает смертных случаев людей, но и не говорит о том, что каким образом бороться с этим. И какие последствия могут быть через 10 лет на уровне ДНК, на каких-то еще других моментах. Поэтому я сторонник, что все-таки локализовать и быть осторожным, начиная с животных, потому что в первую очередь, ну, как говорят, все-таки это дикая природа. И, видимо, идет от диких зверей. Ну, как
предварительно мы это понимаем, то есть исходя из тех источников, которые у нас есть. И поэтому сегодня, если нужно уничтожать, санитарно уничтожать диких зверей, это нужно делать, чтобы они не занесли это уже на непосредственно свинью, которая выращивается уже для продажи, для пищи. Очень важный момент. Вы сказали о карантинных постах. Есть ли теоретическая возможность, что через эти так называемые блокпосты зараза пойдет дальше? Посты делаются для транспорта, для въезда, вывоза продукции. А поля существуют, и на них никто карантинные посты не устанавливает. Поэтому, если туда зайдет дикий зверь, и опять зайдет какое-то хозяйство, или зайдет в двор, то никакой гарантии не существует. Но существует гарантия защиты самих хозяйств, если фермерское хозяйство держит, ну, и оборудует закрытого типа. То есть там на самом хозяйстве несколько постов, санитарная зона, обработка, халаты, резиновая обувь и так далее. Несколько этапов защиты, тогда, конечно, будет результат. Будет результат. Насколько я знаю, там в Томаковском районе несколько больших хозяйств. Да, 5 хозяйств, и они сами заинтересованы. Смотрите, даже я слышал вчера выступление директоров этих предприятий. Они готовы помогать сегодня и частникам, потому что они понимают, что вот эти 25 тысяч поголовья просто могут за один момент быть уничтожены. Поэтому в этом заинтересована должна быть вся громада Томаковского района. Ну и люди, потому что все зависит сейчас от людей. То есть они просто должны понимать, что с этим не шутят. Когда ты завел это животное, ты сразу подразумеваешь, что сегодня существует мировой риск. Не потому, что он у нас только в стране, потому что во всем мире сегодня. Так выгорело стадо в Европе, так выгорело стадо практически вот наша Грузия и так далее. И много Беларусь сегодня в такой же ситуации. Поэтому раньше, несколько лет назад этого не было. Сразу были первые вспышки только в приграничных регионах ближе к Европе. Знаете, сейчас достаточно часто шутят, что еще лет 10-15, может быть 20, и свиньи будут это показывать только по телевизору. То есть, как вот вообще ситуация на Днепропетровщине? Статистике, сколько вообще у нас? Я брал статистику, у нас в 91-м году, когда мы становились независимым государством, у нас на каждого жителя было по 3 свиньи. Сейчас у нас порядка 450 тысяч. То есть, о чем это говорит? Вот представьте, какое уменьшение произошло. То есть, и с учетом того, что дорого содержать, с учетом того, что, к сожалению, государство не финансирует, никаким образом не дает дотации на эти вещи, плюс еще африканская чума. И, к сожалению, тут уже не до шуток. Но вот то, что вы сказали, наверное, шутка может перерасти в то, что мы сегодня будем употреблять просто импортную свинину через несколько лет. Поэтому мы сами должны быть участником процесса, чтобы этого не допустить. Не допустить это вполне возможно. То есть, при том, при всем, и на уровне даже частного хозяйства, если кормовая база, если постоянный уход за животным, если постоянная не вакцинация, а взятие крови у животного, лабораторное уже исследование, то есть раз в какой-то период это надо делать, и тогда можно избежать этих процессов. К сожалению, у нас люди еще не подготовлены к этому. Они не знают, какие риски их ждут. Поэтому я обратился сегодня ко всему Томаковскому району и буду обращаться через средства массовой информации, потому что все-таки нужно следить за этим, вызывать ветврача периодически, брать анализы, и тогда будет все нормально.